Что-то, походу, здесь серьезное стояло. Потому что, вон, видите, вентиляция была. Тут вот блоки были. Кстати, некоторые целые. Тут тоже были перегородки, но их все снесли. Только непонятно, для чего это все делают. Рушат, рушат, рушат. Я так понимаю, здесь точно такая же будет большая комната. Ну да. И, кстати, если вы помните, мы там в одну комнату заходили, где на стенах были корабли такие нарисованы. Ой. И они, оказывается, не просто так там были. Это, оказывается, не что иное, как аналитический центр ВМС. Военно-морского ВМС. Военно-морских сил, скорее всего, так. Вот. И тарелка здесь где-то была. На крышах установлена. Но, видимо, уже тут ничего от этого не осталось. И в 2009 году, как говорят, все это здесь перестало работать полностью. Так что вот так вот. А, вот какая-то лестница есть. Не знаю, дойдем мы до нее, да не дойдем. Но в этом здании мы еще не были. Тут отбито чем-то. Ага, ну и делать тут теоретически нечего. Попробовать подняться, если есть такая возможность. Через этот лаз. Ну вот, точно такое же помещение, как там мы видели. Просто все разбомбили. И, если вы помните, там посередине был какой-то такой мощный пролет. Ну вот он, этот мощный пролет, только в другом здании. Поэтому я вообще не вижу смысла подниматься.
именно в этом здании. Предлагаю продолжить дальше поиски новых зданий, если они есть. Блин, подвал тут есть. Но я, как всегда, без фонарика. Вот я вам как и говорил, что когда мы на крыше были, я говорю, о, блин, тут плиты нету. Опасно там стоять. Тут на самом деле опасно просто проходить. Потому что, как видите, она вон сорвалась. Бух, и пролетела вниз. И за собой еще 4 плиты утащила. Здесь-то кирпичное здание. Не очень страшно ходить. А вот тут вот, да, природа такая штука. Она постепенно разрушает и завоевывает пространство. Именно те, которые принадлежат ей. Ведь вся планета Земля принадлежит природе. О. Не просто так здесь стоит. Много колодцев, довольно-таки глубоких. Ладно, продолжим дальше путь наш. Я бы, конечно, зашел и в это здание, но я смотрю, все перегородки поломанные, лестницы все поломанные, поэтому я думаю, что нет смысла заходить. Ничего интересного мы там не увидим, даже в плане планировки самого здания. Вы видите, насколько охранялся этот объект? Что он за забором, даже вышка стоит для этого часового, который охранял этот объект. Я думаю, что эти вышки были по всему периметру. Вот. И это на самом деле вот уже выход или вход. Тут дорога наезженная. Слушайте, а там даже как я отсюда вижу, шлагбаум. Ворота закрыты, здание, стоит машина какая-то, шлагбаум и блоки, чтобы никто не мог пробить. То есть получается там действующая военная часть. Уж дорог, смотрите, как накатано. А это рядом с ней такой вот беспредел. Сейчас мы посмотрим на карту и определимся вообще, где мы находимся и куда нам дальше двигаться. Вот видите, как она замаскирована. Лесенки, правда, уже нету. Вот, но видно, что вот она вот так стоит. Здесь у них умывальник такой был своеобразный. Вот дверца даже еще закрывается. Представляете? Вот так-то. И он так по-тихому сидел, смотрел, что здесь происходит. Ладно, надо выбираться отсюда. А вот здесь же у нас проход был.